В преддверии Дня медицинского работника, которые будут отмечать в это воскресенье сразу в нескольких московских больницах, сегодня прошли концерты. Столичные музыканты решили поздравить врачей с профессиональным праздником и выразить благодарность за их ежедневный труд и спасение жизни пациентов. Так, в Московском клиническом научном центре имени Логинова сегодня выступил камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Поскольку сцены в больнице нет и для выступления ее помещения не предназначены, музыканты играли прямо в холле. Не первый раз в медицинском учреждении выступаем. Это действительно праздник, не выдуманный, не с неба взятый. Они заслуживают, они настоящие герои, врачи. Это все наши айболиты с детства. Концерты классической музыки также прошли в многопрофильном клиническом центре в Коммунарке и больнице имени Давыдовского.